Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про функцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, заказ Алексея New Light Child. Угу. Поехали, друзья. Успех уже так близко, я обречен. Я тебя не люблю, я просто увлечен. Музыка мне нравится. Голос молодого человека очень красивый. Песни о любви, ребятки. Слушаем дальше. Ребятки, что могу сказать? Музыка хорошая, мне понравилась музыка. В конце такой красивый проигрыш. Голос молодого человека очень красивый. Песня о любви, ребятки. Вот он с девушкой встречается. Он не влюблен в нее, он просто увлечен ею, понимаете? Она хочет, чтобы он любил ее. И он говорит, пойми, говорит, я не могу, понимаешь? Я просто увлекся тобой. Ничего вот, серьезного. Ребятки, ничего серьезного, говорит. Вот песня о любви, ребятки. Между ними какие-то недопонимания. Вот она, он говорит ей... Хочу еще, говорит, любви хочу, говорит. Ну вот хочу, говорит. Они не понимают, что-то между ними какая-то вот кошка пробежала. Понимаете, ребятки? Это любовь, ребятки, любовь. Ничего не сделаешь. Но она хочет большего, понимаете? Чтобы он любил ее, ценил ее, уважал ее. А он говорит, нет, просто увлечен. Ну вот, ребятки, и все. Еще вот, ребятки, хочу дать совет молодым. И молодым людям, и молодым девочкам. Прежде чем вступить в отношения, вы должны проверить друг друга, понимаете? Подходит ли вам этот человек? Нет ли, ребятки? Себя уважать надо, самое главное, ребятки. Самое главное, уважать надо. Думать, что ты делаешь. Понимаете? Надо вступать в отношения с человеком, который ты уже проверила его, знаешь, какой он, понимаете? Близкие отношения такие. Вот. Чтобы он был достоин тебя. Ну вот и все, ребятки.